Probabil, aceasta este una dintre cele mai sportive familii din Tiraspol. Mama este întreprinzătoare, fiica e pasionată de dansuri clasice, iar soțul e antrenor de fitness și toți trei au o pasiune comună, călătoriile. Я ставлю на первое место свою семью, потому что мы с семьей вообще везде путешествуем, любим природу, любим ездить в турпоходы во все, вот даже сегодня, несмотря на погоду, мы вот приехали в лес. Țin cărările ori de câte ori au posibilitatea și acestea nu-i dezamăgesc. De fiecare dată, un drum cucerit este o nouă realizare. Ездили вот в Египет и забирались на гору Моисея. Там всю ночь шли, 2700 метров. Всю ночь шли, чтобы встретить там рассвет. Pasiunea i-a dus într-o bună zi în fața zidului plângerii din Israel, unde, ca și ceilalți credincioși, au lăsat un mesaj. В общем, ничего не просила, а просто написала спасибо за все, что вот он, ну, что Господи нам дал. Ала спуне că are tot ce-i trebuie în viață, cu excepția unei provocări. N-a urcat niciodată pe scena mare, iar Moldova are talent, iar putea o oferi. Я переживаю за него, и это в первый раз вот я буду в нем участвовать, и я его жду с нетерпением, даже один раз снился. И, в общем, я там расплакалась. Если выиграю, то, может быть, какую-то часть я бы дала бы на пожертвование. Может быть, свой фитнес бы открыла бы, зал тренажерный.
Скажите, вы давно этим занимаетесь? Ну, с 11 лет, ну как бы, я сейчас уже этим не занимаюсь, но люблю спорт. А йогой не занимаетесь? Нет, никогда не занималась. Скажите, пожалуйста, а вы такая красивая, наверное, замужем? Да. И как можно это реагировать? Очень хорошо. Мне очень нравится. И он вас поддерживает? Да. Он умница. Скажите ему, что у него очень хороший вкус. Спасибо. Браво. Йоу, вам Роман Смазка. Нам реплика. Алла, браво. Экстраординар, эксцепционал. Спасибо. Яр нам кувинте, есть чего деосебит, феличите. Браво. Спасибо. Что сказать вам? Да или нет? Нику? Индискутабель да! Спасибо! Таня? Шедраминайон да! Спасибо! От меня два да! Браво! Спасибо! Гламур, фэншуй. Яка? Астай, фридом.